Сейчас будет песня в будущем, песня в настоящем «Моя декламация» под очень выразительную музыку Ларисы Рудкевич. Песня настолько свежая, что мы даже не успели запланировать с ребятами ее выучить как песню, но зато она их настолько вдохновила, что они согласились проявить другое свое, выразить себя в другой области искусства, то есть в рисовании. Сейчас вы увидите их воплощение самых необычных чудесатых дел, которые сегодня к нам заглянули. Юна Морец, Лариса Рудкевич. Мимо нашего крыльца шла бородка без лица. Шли отдельно сковородка и два жареных яйца. Мимо нашего забора шляпа шла из помидора, галстук шел из огурца и бородка без лица. Мимо нашего балкона номер шел от телефона, шло начало от конца и бородка без лица. А потом прошла неделя, вышла ручка от портфеля, вышел пояс от пальто и от шарфа кое-кто. Аплодисменты детям за их художество и родителям за то, что проконтролировали это детское творчество. Спасибо, ребята.